досками что-то есть. Может, получится их снять или выломать? Пошла. Он меня пугает.
Все, все, все. Но! Теперь помедленнее.
говорят женщины. Спокойно, Нордлинг. Это ведь ты, тот самый белоголовый. Я пришел насчет заказа. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает могилы? На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Выжжет, что посвежее, и уходит. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы после заката не выходить, да двери закрывать покрепче. А потом ребятенок пропал. На кладбище? Не, из деревни. Кайтусь, маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. А я под вечер слышал, будто скулит кто-то. А что ж не вышел проверить, что случилось? Я что, дурной? Супротив чудовищ, ведьмака надобно. Поговорим о награде. Цена честная за такую-то работу. Я в таких вещах кое-что понимаю. Я проверю, что делается на кладбище. На славе все не может. Лоб у нее, как печка горячая. Разрыли могилы, а вонь разложения привлекла диких собак. Но ни гули, ни собаки не похищают детей. Копали без инструментов. Разгребли мотыгой? Нет. Вот следы когтей. Разрытая могила. Совсем свежая. Воняет старым трупным ядом. Интересно, куда меня приведет этот смрад?
место для логова довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Что-то здесь готовят. Это похоже... детская берцовая кость. Может быть, кладбищенская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в деревню. Если я заберу черепа, ей придется пойти за новыми на кладбище. Там я ее и поймаю. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Скрип, скрип, сторона. Если бы не хозяин, то что бы чаще правил. На крадено три медика. Сегодня будет пир большой. И будут пировать с душой. И червь, и черный ворон. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Вот она.
Плотва не так быстро. Я пришел насчет заказа. И что? Дело сделано. Эта кладбищенская баба разрывала могилу и похитила ребенка. А что с малышом-то? Ребенок мертв. Так я и подумал. Что с наградой? А я не забыл, нет. Нате его. И спасибо за помощь. Прощай. Сойтись в кулачном бою с первым в этой деревне, с кузнецом. А у тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. Ты подзаработаешь и кулаками помашешь. Ты как? Я готов драться. Люди, через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. У тебя есть шанс стать первым. Если хочешь побороться с чемпионом этого года, то поезжай во Вродицы и спроси сержанта. Не подумай. Станет чемпионом Велена. За каких... Этот ведьмак всех побил. Может, он и тебе задаст жару. А вы чего тут крутитесь? Ведьмак без мечей все равно, что мужик без яиц. Давай! Сюда и! Пусть дерут! Я готов. А! Глядите, кто у нас тут! А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Херово ставит. Все время проигрывает. Начнем. Ну давай, подходи. За какие грехи наказали меня будет такой компании? Yeah.
схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. О, баронета, а я как захочу, какую девку трахнуть, так и трахну. И хер я ложил на всякие запреты. Я что, знаю, кто ты такой? А вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Откуда боги привели? Сегодня плохой день.
Давай.
Пошла. Рунакеров. Держи. Thank you.
проход в нору Накеров. Интересно, что здесь случилось? Кто-то был связан, но веревки наспех перерезали тупым ножом. Ждал тебя. Подойди. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть... Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-западу отсюда. Посмотрим, может, оно еще там. О, ты вернулся. Давно у тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно... В юности ударило меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. Прости, но у меня нет на все это времени. Главное, чтобы тебе хватило времени на то, что действительно важно.
Забирай детей! Такого жена, что это ослабла. Мне говорила, будто протухшим мясом отравилась. Работы нет, хлеба нет. Уж я не знаю, а только мужик ее на старое поле битвы все ходит и ходит. Чудовище быстрее плодятся, а? Этот аж побледнел от голода. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее?
готова, жена, что это ослабла. Мне говорила, будто протухшим мясом отравилась. Мясом? Как ты же на мясо-то взяла? Уж я не знаю. О, ты вернулся. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса, да будет так! Внемлите знамением! Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставьте меня. Идите уже.